чашку съел, почти весь ужин, а мною поужинали комары. Но даже комары в сравнении с мужем мне показались ангельски добры. Позавчера мы спать легли в корову. Ну, думаю, посплю, пришла пора. Но натянул струны на половник и пел фольклор киргизский до утра. Куда спрятался? В кустах сидит. Нет, вот идет мой бог, опять сердит. Сюда. Я здесь, мой господин. Я ужин приготовлю. Поедим. Фу, гадость! Выкинь все. Моя жена такой бурдой питаться не должна. Я целый день не ела, пожалей. Нет. Не макароны. Нет, даме так питаться не пристало. Не макароны, а столярный клей. И не тушенка, а сплошное сало. Помилуйте, супруг, все очень вкусно и приготовлено весьма искусно. А что в свиной тушенке много жира, так повелось от сотворения мира. Сказал мне, ешь. Теперь положим. Жил я тихо с папой, с мамой, с голубой своей пижамой, и все сказки страшной самой, чужие дальние края. Но пройдя довольно длинный путь, 16 лет с полтиной, повстречался я с мужчиной, по фамилии Илья. Обыдя с улыбкой детской, с кличкой явно не советской, и с фигурой молодецкой, к людям знал бы подход. Глядя на его фигуру, я ему поддался с дуру и пошел на авантюру под названием Турпоход. Получаю за хвостички и пижаму по привычке, лез я в двери электрички, и тотчас она за мной. И с его штормовкой, и со щепковой колдовкой понеслась на остановку под названием «Мир иной». Глядя там небезопасный, на костральной пляске, я дошел, открывши глазки, вдруг до истины такой, что сжигают нынче лунью не ощепкову колдунью и не карпову пивунью, а любимый мой покой. Но потом, утратив разум, я в костер уперся глазом, а дурманен был я разом тем, что шел из котелка. Налила, продолжив пытку, мне ощепкова спиритка, приворотного напитка, чтоб я сгиб наверняка. Раньше был я очень милым, был всегда консервным сыном, хлеб под полей, хлорк и гнилом я держал всегда. А тут начал ножку рать ногою, колбасу лапшой другою, а еще двумя я мою, без чего забравшись пруд. Вот одна, другой чудесней, над костром витают песни, я теперь своями вместе, словно скелет и вода. Я походы посещаю, я покоя не желаю, для пижамы пропадая очень-очень навсегда. Я походы посещаю, я покоя не желаю, для пижамы пропадая навсегда. Нужно бегать ежедневно всем с утра. И что
что полезно 6 рублей и карабин, а также несколько титановых пластин. И что полезно 6 рублей и карабин, а также несколько титановых пластин. Почему я внял в явно издевательским советом? 6 рублей принес, хоть я и не банкир. Потому что этим летом я с ребятами поеду на Бали. Потому что этим летом я с ребятами поеду на Бали. Я вот так и Я захожу в комиссионный магазин и объясняю, что мне нужен карабин. Мне говорят, что карабинов больше нет. Купил участника подержанный мушкет. Мне говорят, что карабинов больше нет. Купил участника подержанный мушкет. Почему я завелся вдруг подержанный мушкет? Плохо в поле, много меньше, нежели ты. Потому что этим летом я с ребятами поеду на Памир. Потому что этим летом я с ребятами поеду на Памир. Есть монументик у метро ВДНХ, летит ракета, рвется в самые верха, а за ракетой просто бить недавно он. И Циолковскому сказал я не пардон. И Циолковскому сказал я не пардон. И Циолковскому сказал я не пардон. И хвост ракеты ободран со всех сторон. Отчего же мною ободрана ракета, монумент, которым так гордился мир? Потому что этим летом я с ребятами поеду на Памир. Потому что этим летом я с ребятами поеду на Памир. Я утром 6 часов встаю. Будем вовсе не нужна еда. Протянул теперь продукту в руки. Вдруг раздались камнепада звуки, потемнела зелень горных трав, с гор повел ветер леденящий, сотрясла земля и молвил спящий грозным голосом: «Ну ты не прав!» Пав на землю, смыл с бугром. «Куда? Поскорее удирай, друзья! В монастырь пойду, молиться буду! Этот грех не отмолю, покуда я ошибся, это был не Будда! Мы хотели обокрасть моя!» Будь мы вспомним это, и не поверится самим, а нам нужна была одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он, сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон.